На центральных местах в зале театра драмы самые настоящие защитники. Те, благодаря кому мы сейчас празднуем День Победы. Ветераны Великой Отечественной войны. Николай Александрович Можин. Он прошел всю Белоруссию, дошел до Германии. Там победу и встретил. Просковья Силантьевна Путилова. В 21 год она стала лейтенантом медицинской службы и всю войну проработала в эвакогоспитале на Руше. Виктор Михайлович Моисеев. Ребенком пережил ужасы блокадного Ленинграда и эвакуацию в Нижний Тагил. На торжественном собрании к 23 февраля им были вручены юбилейные медали. 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Зал ветеранам аплодировал стоя несколько минут. Праздник носил разные названия, начиная от Красной Армии, Дня Советской Армии Военно-Морского Флота. Сегодня это более расширенное название «День Защитника Отечества». Но, наверное, ничего бы этого не было, если бы 75 лет назад для кого-то отцы, для кого-то деда, братья не одержали в мае победоносную победу над фашистской Германией. Город наш – это город защитников Отечества, включая наши правоохранительные органы, наши силовые структуры, всех тех, кто вносит сегодня этот великий вклад. Стало известно о судьбе еще одного фронтовика. Родственники тагильчане не знали, как и где оборвалась судьба Ивана Федоровича Якуба, служившим в мотострелковой дивизии. Заместитель руководителя Нижнетагильского военно-поискового объединения «Соболь» Наталья Чуешкова передала всю найденную информацию племяннику Станиславу Бойко. Погиб Иван Федорович в 1942 году под Сталинградом. Там же и был захоронен в братской могиле. На торжественном собрании сегодня военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, ветераны боевых действий на Северном Кавказе, поисковики. Сегодня они были награждены благодарственными письмами главы города. Этот праздник настолько важен, настолько существенен для нашей Родины, потому что он является оценкой того, что происходит сегодня в стране. Мы действительно, и наш президент, и вся наша политика – это политика мирного государства. И наша Родина будет всегда защищена. С праздником! Всего самого доброго!